Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Искандар. Все отлично. Привет всем, да? Как у вас? Спасибо. Вот мы тоже только сегодня начали выходить на работу. Поэтому у нас карантин. Хотелось представить. Оксана наш партнер. Она представляет бизнес-школу HALT, расположенную в Америке, в Англии, в Эмиратах Арабских и в Китае, да, если не ошибаюсь? Да. В Шанхае. Да, в Шанхае. Тогда расскажите нам о учебе там, как там все расположено. Да, конечно же. Добрый день всем. То есть, во-первых, Искандар, вопрос, на английском или на русском все-таки лучше? Лучше на русском сделаем так. Без проблем. Добрый вечер уже, да, то есть добрый день всем. Я Оксана Федорова, я работаю в HALT International Business School. Я директор программ... значит, graduate programs, да, у нас в бизнес-школе. Я базируюсь сама в Швейцарии, в нашем офисе в Люцерне. Сейчас, естественно, из дома, так как все работают из дома, и, в принципе, уже 9-я неделя, да. Но школа, конечно же, международная. Я уже работаю более 10 лет, на самом деле, здесь, чему очень рада. Видела не одно поколение студентов, в том числе из Узбекистана, из прекрасного, где я тоже, мне посчастливилось быть пару раз у вас в Ташкенте, так что все мне очень знакомо, и, конечно же, я надеюсь, что сегодня мы ответим на вопросы, да, возможно, будущих студентов, то есть кто интересуется, то есть обязательно контактируйте либо наших партнеров официальных, вот с Искандаром мы уже тоже давным-давно работаем, и мы будем рады помочь. Так, то есть тогда слайды мне можно включить сейчас, Искандар, да? Так, тогда сейчас я сделаю быстренько скриншер, чтобы можно было показать. Вот, я подготовила, на самом деле, слайды, да, как вы уже понимаете, презентацию. Я быстренько пробегусь, естественно, если есть вопросы, то есть в этом, наверное, в принципе, цель вебинара, то есть если есть вопросы в любую минуту, сообщайте мне, я остановлюсь, чтобы, да, было все лайв и... люди смогли получить информацию, которая им интересна. Все тогда так и сделаем. Если будут вопросы, сразу вам сообщу. Да, сразу. Спасибо большое. То есть, в принципе, опять же, для тех, наверное, для кого HALT кто-то слышит первый раз, то есть я решила сделать презентацию в смысле, то есть в форме, я в любом случае представлю школу, все наши кампусы, наши ключевые отличия от других, возможно, университетов в Америке, бизнес-школ. И уже потом я специально подготовила несколько слайдов уже ближе к концу, относительно, касательно вот происходящего, да, в данный момент, вот ситуация с коронавирусом, то есть какие были внесены изменения, обновления в связи с этим, да, соответственно, это не оставило так нас, естественно, тоже не прошло стороной, поэтому я также скажу пару слов и об этом. Но в любом случае начнем с HALT, то есть мы гордимся, что HALT является, на самом деле, первой и на данный момент единственной бизнес-школой, американской частной бизнес-школой с тройной аккредитацией. То есть вы видите сейчас их все на экране. То есть о чем это вообще, в принципе, говорит? Это говорит о том, что дипломы HALT признаются и в Америке, и в Европе. Соответственно, неважно, где вы планируете свою карьеру, шансы у вас на трудоустройство, в том числе, да, за рубежом, в Америке, в первую очередь, в Европе, совершенно высоки. То есть во всех международных компаниях наши дипломы практически, можно сказать, они, естественно, признаются, да, поэтому, соответственно, в дальнейшем я буду об этом более точнее рассказывать. В плане трудоустройства у HALT, конечно же, потрясающий успех, да, у студентов, да, в том числе, конечно же, на данный момент. Вот. Так что мы гордимся этим, и, в принципе, как я уже сказала, то есть HALT является первой и пока единственной американской бизнес-школой, получившей тройную аккредитацию, что говорит о высочайшем то есть качестве образования и, безусловно, о том, что, несмотря на то, что это довольно-таки молодая школа, наверное, сравнивая, да, с теми, как, может быть, с Гарвардом, да, даже, например, тем не менее мы достигли уже огромных успехов, и вот в том числе и рейтинги, вот, о которых я сейчас вам расскажу также, они, конечно же, это показывают. То есть я знаю, что некоторые студенты очень внимательно смотрят только на рейтинги и только поэтому выбирают школы.
Вот, естественно, есть разные пути выбора, да, то есть нужно смотреть на разные моменты, но рейтинг, конечно же, очень важен, да, опять же, нужно смотреть на какой-то определенный, возможно, предмет, то есть либо какой-то показатель, то есть это тоже разные есть параметры, есть, конечно же, разные рейтинговые компании, то есть я вот вам здесь включила одни из самых ключевых, наверное, самых известных, да, здесь вот есть Financial Times, Economist, Wall Street Journal. Вы видите, что overall школа Economist ставит на 17 место. В данный момент также Economist Intelligence Unit отличает HALT в топ-10, ставит практически уже последние вот годы, сколько я работаю, в топ-10 по параметрам Return on Investment, то есть одни из ключевых таких моментов касательно инвестиций, которые вы делаете, насколько быстро они окупаются после HALT, то есть в течение полутора лет. В среднем, это включая магистерские программы и MBA, ваши инвестиции полностью окупятся, да? То есть также, естественно, Economist ставит по параметрам, значит, вот по международному составу студентов на первые места в топ-10, в принципе, мы постоянно там находимся. Также Financial Times, вы видите, 53-е место у школы. Естественно, от года в год эти места могут немножко меняться. Иногда мы выше, иногда чуть ниже, но это приблизительно вот такое среднее за последние два года место. Наши магистерские программы, что тоже очень важно, отмечены также высоко и Wall Street Journal на 19-м месте и на 8-м месте by Financial Times, Master of International Business. Также важно добавить, что у нас есть STEM-программы, да, это довольно-таки тоже новый, относительно новый момент, то есть у нас появились STEM-программы, то есть это высоко, наверное, востребованные правительством США профессии и выпускники, получившие данные профессии, которых они, то есть правительство США хотят у себя оставить работать, скажем так, да, то есть привлечь в компании в местные, то есть сюда входит, как известно, медицина, инжиниринг и аналитика. То есть у нас есть программы Master of Finance и Master of Business Analytics, которые, соответственно, являются STEM. То есть о чем это говорит, возможно, многие из вас знают. То есть вы можете просто дольше оставаться на рабочей визе в Штатах. То есть вместо одного года целые три, что, конечно же, облегчает, на самом деле, во многом, да, задачу, потому что, конечно же, получение визы, это мы все знаем, отдельная немножко история, и программы STEM у нас есть, так что вы можете подавать, и если вы интересуетесь аналитикой, либо финансами, и, соответственно, закончив, очень успешно трудоустройство, в том числе в Калифорнии, в Сан-Франциско, это вот место, где эти программы наиболее успешны, и где они, собственно, предлагаются. Вот здесь вы сейчас видите так скриншот, да, собственно, программ, graduate программ, которые есть в HALT, это чем я занимаюсь, то есть, безусловно, есть еще и программа бакалавриата, то есть bachelor's, она одна, сегодня мы не будем на ней фокусироваться, но если у кого-то появятся вопросы, то, безусловно, обращайтесь, я вас передам своим коллегам, которые вам подскажут. То есть цель сегодняшнего вебинара, это, конечно же, программа master's, вот вы видите, есть программа MBA, это программа для людей, кто уже, собственно, закончил вуз, возможно, у себя в Узбекистане, и уже успел поработать как минимум 3 года full-time, да, то есть часто это даже больше, чем 3 года, конечно же, это люди, возможно, ближе к 30 или за 30 с небольшим, кто успешно, да, проявил себя, возможно, даже имеет собственную компанию, собственное дело, и, соответственно, для, вот, собственно, для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, да, для обмена опытом, международного опыта получения, люди решают вот посвятить год инвестировать в себя, в свои навыки, да, то есть выйти из зоны комфорта и отучиться на программе MBA, чтобы уже, возможно, в дальнейшем также и продолжить карьеру уже в более серьезной, соответственно, роли за рубежом, в том числе в Америке. Если мы говорим про программы Masters of International Business, это мини-MBA, это программа для тех, у кого еще нет 3 лет опыта работы, то есть у вас до 3 лет опыта работы, вы закончили вуз, соответственно, вы хотите этот момент ускорить, то есть вы не хотите, возможно, работать у себя долго, да, может быть, там, в не самой интересной для себя роли или позиции, и вы хотите вот, собственно, таким мостиком, да, продолжить, начать уже, возможно, даже карьеру за рубежом. То есть очень многие студенты на Master of International Business, которые подают, в том числе из Узбекистана, много студентов из Westminster University, мы знаем этот вуз очень хорошо, из MDIS также подают, то есть все это мы знаем, дипломы распознаются прекрасно, то есть подают буквально сразу, закончив вуз у себя, и в этом же году, соответственно, переходят на магистратуру. Вот. Есть программа Masters of International Marketing,
да, соответственно, Masters of Finance, STEM, Masters of Business Analytics и Masters in Disruptive Innovation. Последняя программа, которую вы видите, она не предлагается как одна, как, то есть как stand-alone программа. Она предлагается только в комбинации либо после MBA, либо после International Business. То есть это шестимесячная такое продолжение вашей основной программы, но, соответственно, вы получите два диплома. Что здесь еще важно отметить? Вот все эти программы, которые вы видите, они длятся 11 месяцев, соответственно, вам не нужно тратить, да, два года своей жизни на то, чтобы ходить на занятия, то есть, соответственно, не заниматься работой, собственно, чем, наверное, наиболее всем интересно, да, то есть вы в самом, в принципе, наверное, возможном таком сжатом вообще формате. Потому что curriculum, конечно же, интенсивный, это надо понимать. Программы состоят из занятий, из практической деятельности, из internships, то есть стажировки. Но, тем не менее, мы смогли все это сжать в 11 месяцев, соответственно, тем самым позволить вам быстрее заниматься работой и, собственно, во-первых, вернуть инвестиции, изначально полученные, и уже зарабатывать, заниматься профессиональной деятельностью, да? Потому что мы считаем, чем больше мы вынимаем студента, собственно, да, из вот labor market, тем это меньше идет на пользу в любом случае. Хотя HALT предлагает очень практическое образование, тем не менее, это все длится не так уж и долго. Но вы можете учиться полтора года вот с dual degree, например, да, Masters in Disruptive Innovation. Так, дальше вот вы видите сейчас, конечно же, нужно сказать, вообще говоря про HALT, нельзя, не, конечно же, не сказать, и наверняка уже многие знают, что это одна из самых международных бизнес-школ, которые вообще сейчас есть, то есть, конечно же, из-за состава студентов, да, то есть сейчас их более 165 национальностей, представителей по всем кампусам, то есть я слышу часто студентов, которые вот уже в классе говорят, что когда они сидят на лекции в классе, они ощущают, им кажется, что они на заседании ООН, то есть настолько вот из 55 человек, да, в классе, которые сидят на лекции, настолько все представители из совершенно разных стран и, да, то есть привносят какое-то свое, вот эту уникальность, интересность в эти дискуссии, то есть это, конечно же, это лестно, и на самом деле мы всегда хотели именно видеть вот свои классы, свою школу именно такой, то есть мы очень рады, что у нас есть столько много национальностей, и даже больше, они постоянно растут, и важно также понимать, что в HALT есть такой, собственно, порог, да, то есть нет доминантной национальности, то есть учитывая, что, конечно же, мы американский вуз по своей философии, да, и в любом случае по манере, по преподавательскому составу, американцы не большинство, то есть их не более 12%, так же, как и граждан Индии, Китая, России, да, я не знаю, Германии и так далее. То есть любой национальности не более 12%. Если говорить про Узбекистан, я думаю, менее 1%, конечно же, представлено, опять же, да, на всех программах. В принципе, конечно же, мы знаем, что у вас есть много талантливых студентов, талантливой молодежи, которая работает, которая очень хочет учиться, получать знания, и которая очень способна. Поэтому мы, безусловно, интересуемся, проявляем, в принципе, активный рекрутмент, да, в отношении общения, контактируем с кандидатами, да, то есть, собственно, узнаем, стараемся узнать на раннем вот этапе, подходим ли мы друг другу, да, вот за счет всех интервью и за счет, безусловно, каких-то бесед первоначальных понимаем, да, то есть мы также даем более высокие, скажем так, стипендии студентам, вот из, в том числе из Узбекистана, которые покрывают, да, довольно-таки практически половину часть стоимости, вот, общей стоимости программы, так что не бойтесь, решайтесь, подавайте, даже вот в сегодняшний такой сложный период, который мы сейчас все проходим, шанс всегда есть, я думаю, не нужно отчаиваться, а, в принципе, пробовать обязательно, и это вполне реально. Далее. Вот, собственно, я сейчас уже говорила, да, национальностей очень-очень много, 165, на самом деле, я вот поправлю свой слайд. Соответственно, на языках говорят, наверное, в среднем 3-4 каждый студент, то есть за счет того, что часто и у ребят mixed family backgrounds, то есть они из, скажем так, представителей двух стран одновременно из семьи уже. Вот. И также это, на самом деле, относится и к преподавателям. То есть в основном это американцы во всех городах, да, где есть кампусы, но есть и местные представители, у которых есть огромный международный опыт. И, то есть, на самом деле, все,
все international. Даже наш офис здесь, вот в Люцерне, это маленький альпийский городок, где я работаю и живу. И в офисе у нас приблизительно тоже, наверное, 12-13 национальностей из 22 человек, что для Швейцарии уникально, особенно для Люцерна. Вот, это, конечно же, уникальное отличие HALT. Вот, ну, что еще, чем, собственно, мы еще гордимся и отличаемся, это, конечно же, вот за счет того, что есть вот эта сеть кампусов, городов, где мы расположены. Вы сейчас видите точки фиолетовые вот здесь, да, Сан-Франциско, West Coast, переходим в Нью-Йорк, East Coast, Бостон, затем европейский кампус в Лондоне, в Дубае, в Шанхае, как мы вначале сказали, Искандар. То есть HALT, по сути, много где расположен. Важно здесь сказать, что вы выбираете кампус, какой вам, соответственно, нравится, исходя из того, есть ли, вернее, предлагается ли ваша выбранная программа в этом городе, то есть не все программы есть везде, как вы понимаете, но мы даем приблизительно 1-2 на выбор, как минимум, даже иногда 4 на некоторые программы. Вот. За один год вы можете сделать ротацию, то есть HALT это называется Global Rotation, то есть возможность поучиться в 3 разных городах на вашей программе. То есть тем самым не просто проходить, да, изучать различные теории, проходить практику, да, знакомиться со своими, вот, соответственно, студентами, да, приятелями, одноклассниками, но также самому, собственно, сравнить, вот как ваша специальность, да, отличается, чем, возможно, или, возможно, не очень, в другой стране, да, то есть Европа, Америка, то есть как международный бизнес на самом деле разнится, да, и какие бизнес-этики, то есть чем вообще, собственно, отличаются люди в этом плане, и как подходить, да, в плане вот международной работы, то есть будучи консультантом, имея свой бизнес, работая на международную компанию, собственно, как вы, в чем разница, да, то есть сейчас это на самом деле, это все входит вот в пакет этих soft skills, что на самом деле наши преподаватели говорят, что это не soft, то есть это совершенное заблуждение, эти навыки, они на самом деле одни из важнейших, вот умение разбираться в межкультурных различиях, понимать, да, как работать с Узбекистаном и чем отличается от этого в Америке, вот, собственно, в HALT, наверное, мы этому учим, но я считаю, больше студенты это проживают сами, вот за счет в том числе и ротации, возможно, вот этот опыт уникальный, его нужно просто получить и прожить. И я считаю, вот это одно из уникальных, на самом деле, таких моментов, что есть в HALT, вот самому, собственно, сравнить и получить более обширный взгляд на вещи, да. Вот. Дальше, здесь вот сейчас увидим, собственно, такие фотографии, наверное, да, наших кампусов, такой снапшот, да, вот это, собственно, Бостон, наш первый самый кампус, который открылся в 65-м году, вот вы видите, мы находимся в Кембридж, да, то есть, собственно, где расположены другие известные вузы, мы буквально в 5 минутах ходьбы от MIT кампуса. Если кто был, знает в Бостоне, вот, собственно, очень-очень близко Гарвард, около, может быть, 10-15 минут на автобусе либо на велосипеде. То есть, конечно же, это академическая столица мира, это, конечно же, мой самый любимый кампус, я должна сказать. Мне он почему-то ближе именно по духу, по как-то атмосфере, то есть там, конечно же, много студентов, умнейших людей, с кем можно познакомиться, да, но, конечно же, это тоже очень competitive место, то есть, опять же, учитывая, что здесь столько выпускников из топовых вузов, конечно, с трудоустройством здесь приходится, то есть, ну, попотеть, да, возможно, не так здесь, какое правильное слово подобрать, ну, наверное, не так все просто, может быть, даже как в Сан-Франциско, здесь чуть-чуть посложнее с этим. Но, тем не менее, приблизительно, сравнительно, где-то около 87% студентов в течение 3 месяцев трудоустраиваются, да? Вот можно... Что, простите? Хороший показатель, говорю, 87%. Да-да-да, то есть это именно Бостон, но Сан-Франциско на самом деле выше. Вот, опять же, то есть прекрасный кампус, по городу он, конечно же, напоминает Европу, да, то есть из всех американских городов это, наверное, наиболее американский по духу, ой, простите, европейский по духу, так что, ну да. И вот есть Инстаграм, ссылка, то есть на самом деле присоединяйтесь, много всяких обновлений от студентов, то есть фотографии можно увидеть, знакомиться, общаться с студентами, кто там учится, очень рекомендую. У нас есть собственная резиденция, кому интересно, в Бостоне, то есть можно также проживать в ней, либо же можно проживать где-то еще. Мы помогаем, в том числе с визами, с резиденцией, но здесь есть своя собственная.
вот Сан-Франциско, наверное, сейчас один из наиболее популярных наших кампусов. Я не знаю, вы, Искандер, смотрели видео, вот раз мы для русскоговорящей, как бы, да, аудитории на русском, видео Юрия Дудя вот про Silicon Valley. Как раз таки видел недавно. Да. Я-то, кстати, тоже недавно сама посмотрела. На самом деле, правильно говорить не Silicon, а все-таки Кремниевая долина. Так что, ну вот, я думаю, видео, на самом деле, там классно. По сути, как бы, все, по сути, как оно есть, то, что я тоже слышу от вот студентов, выпускников уже, кто там тоже устроился, у нас тоже есть ребята, кто и в Google работает, и в Facebook, и на самом деле полно известных брендов, много относительно, да, процентов, и в том числе ребята из Узбекистана, из России, открыли свои собственные компании тоже уже многие годы, и очень успешно. Да, себя ощущает. Сан-Франциско, на самом деле, высочайший, около 90, даже 91 по последним данным процент трудоустройства в течение 3 месяца. То есть здесь, конечно же, не только говорим про, вот, опять же, engineering, analytics, профессии, да, всевозможные, но важно понимать, что здесь создается огромное количество компаний каждый день. И нужны специалисты разного плана, и в том числе и маркетологи, да, то есть даже выбрав, возможно, бостонский кампус, он дешевле, на самом деле, по плане tuition fee. Жизнь в Сан-Франциско очень дорогая, как мы знаем. Это самый дорогой город в США, да, дороже, чем Нью-Йорк даже. То, соответственно, можно также искать и как бы устраиваться в Сан-Франциско, в Калифорнии. Здесь в этом плане проще. Mm-hmm. Да? Там же рассказали вот именно на этом видео то, что проживание минимум $10,000 это за аренду, получается. Да, то есть, опять же, конечно же, смотря где, то есть, единственный минус, что если жить близко к кампусу, то здесь дешево не будет, потому что кампусы наши расположены в самом центре, вот вы видите, прям совсем, Bay Area в Сан-Франциско, да, и поэтому, конечно же, если жить где-то рядом, это не будет дешево, то есть, как мы это можно удешевить, это только, возможно, через какие-то варианты shared, да, то есть, вот, снимать квартиру из, там, 2-3 комнат с другими ребятами. Что тоже, естественно, мы на самом деле в этом плане способствуем. То есть, если вы уже поступили и получили визу, то есть ищете проживание, мы можем вам представить других ребят, кто тоже, может быть, вот из вашей страны, кто сейчас ищет. То есть мы можем вас, или вы даже сам, на самом деле, можно в Фейсбуке самому это сделать без проблем, все очень доступные, открытые, познакомиться и начать искать, да, но. Да, Сан-Франциско не дешевый город, точно. Но там и самые высокие зарплаты уже, соответственно, после этого. Поэтому здесь как бы вот такая штука. Лондон, да, вот. Я, на самом деле, сама проживала в Лондоне 7 лет. Вот тоже хочу отметить, у меня есть и личный опыт проживания. Там я училась, не в Халл, в другом университете в Лондоне, и жила там. Вот, на самом деле, будучи студентом, я считаю, что Лондон тоже прекрасный город, прекрасное место. Конечно же, это не Сан-Франциско, да, в плане... хотя Лондон тоже entrepreneurial, и Лондон является вот, на самом деле, европейским таким, ну, притяжением, наверное, да, для стартапс. Здесь один из самых высоких в этом плане. Тем не менее, это, конечно же, другой, в любом случае, стиль. Но это довольно-таки близко, возможно, да, к дому, то есть Россия, Узбекистан, вот где там, откуда студенты наши, если, да, говоря, вот из Центральной, Восточной Европы. Центральной Азии, то есть, по сути, можно учиться, опять же, в американском стиле, в американском вузе, собственно, не вылетая из океана далеко, да, то есть относительная близость. Конечно же, в Лондоне финансовые центры и финансовые компании, с кем мы, в принципе, хорошо работаем и куда студенты идут работать. Также маркетинг здесь неплохо как специальность, да, продвигается, это вот всякие PR, медиа-компании, где ребята работают. Вот очень хорошо. Вот, собственно, вы видите наш тоже кампус, он находится в Блумсбери, это Холборн, то есть центр Лондона чуть-чуть севернее, если кто знает, недалеко от Британского музея, то есть от кампуса LSE также, совсем там? Недалеко. Что? Это какая зона вот именно кампус расположен? Ну, станция называется Холборн, Холборн, вот, может быть, Юстон Стейшн, Кингс Кросс, вот это все рядом. Это первая зона, чуть-чуть севернее, как бы, на северной ее, в северной ее части. А район Блумсбери, это, то есть, такой район, на самом деле, издревле, да, то есть, это художники всякие, вот там, галереи представлены, то есть, это такой очень престижный район, конечно же, и здесь
здесь очень, то есть очень удобно, очень безопасный район для студентов, где можно фокусироваться на учебе, ничто не отвлекает. Да, но в Лондоне есть два кампуса, то есть важно тоже отметить, что студенты, которые учатся на программе бакалавриат, bachelor's, они расположены в другом совершенно здании в районе Oldgate East. Вот кампус, который вы видите, здание, это postgraduate. Mm-hmm. Да? Вот, соответственно, network весь вот в этом городе будет у вас с MBA и с master's, то есть и executive MBA, что тоже у нас есть. Смотрите, вот вы же были в Сан-Франциско кампусе, правильно? Да, да, да. Исходя из вашего опыта, что вы посоветуете, где учиться, Сан-Франциско или Лондон? Ну, опять же, видите, то есть я, для меня, честно, самый любимый — это Бостон. Но здесь, опять же, то есть, может быть, по ощущению, вот по каким-то личным предпочтениям, как ты себя ощущаешь, да, в этом городе. То есть здесь... Ну, да, для меня, наверное, Бостон самый любимый, да, то есть в Лондоне я жила, в Сан-Франциско, мне кажется, немножко слишком либеральным, но это я, то есть, опять же, да, то есть все совершенно люди разные, кто-то там себя чувствует очень, на самом деле, удобно, комфортно, и кому-то это очень нравится, то есть по дизайну вообще вот сам Халт, если говорить, да, не город, то есть дизайн кампуса, дизайн программы, то есть программы начинаются одновременно во всех городах, да, ну, конечно же, стиль преподавателей и... То есть, ну, в любом случае, сам город оказывает, да, влияние. То есть, если спросить двух выпускников с одной и той же программы, кто закончил Бостон, а кто-то учился в Сан-Франциско, то они, возможно, дадут немножко разный фидбэк, да, то есть, overall. То есть, но здесь нужно, мне кажется, все-таки слушать свой собственный голос, да, то есть, что ближе мне, какие, то есть, какие, скажем так, ну, направления, что интересно для работы, то есть, едешь ли ты за network, возможно, есть какие-то идеи у студента, да, у человека, молодого специалиста, чтобы их воплотить, нужны инвесторы, тогда, конечно же, наверное, это Сан-Франциско, безусловно, да, поэтому зависит, на самом деле, от многих факторов, и здесь нужно вот с выбором города, на самом деле, мне кажется, это даже важнее, чем вообще выбор школы, то есть выбор именно места, где ты будешь учиться, влияет на очень многие вещи в дальнейшем, и карьера, и так далее, поэтому здесь нужно смотреть, во-первых, определиться, что ты хочешь, и уже потом, соответственно, выбирать. У Халта есть такая возможность выбрать, да, не только программу, но еще и кампус, поэтому у нас вы это можете сделать совершенно спокойно, и можно даже менять этот город, если вам хочется, да. Да. Поэтому я, на самом деле, советую просто слушать, что интереснее тебе, что ближе по духу, какие компании интересны, и уже вот с нами отдельно связываться через вас, например, да, узнавать, где, какие индустрии превалируют больше, да, и что, соответственно, интереснее будет каждому конкретному человеку, потому что так просто, мне кажется, я бы не хотела. Процентовка вот трудоустройства именно в Лондоне? Да, да. Что произошло? Какое трудоустройство? Да, процент трудоустройства именно в Лондоне. Смотрите, что касается Лондона, то есть вы, наверное, все знаете, что, по сути, до прошлого года, да, это было в прошлом году же вернули, собственно, вот автоматическое право, опять получение права на работу для студентов, выпускников, граждан не Европейского Союза, да. Соответственно, сейчас, вот, ну, опять же, в этим летом мы надеемся, что, конечно же, это также поможет. Если говорить до этого введения, когда это правило отменили, то, безусловно, ну, скажем так, имея предложение даже компании, не все готовы спонсировать были визы. И если мы говорим про студентов вот не европейцев, да, показатели трудоустройства, если быть, конечно же, честными, и мы должны быть честными, конечно же, они были невысоки, в том числе и ввиду того, что просто правительство не хотело привлекать иммигрантов не из Европы, и, соответственно, окончив, здесь касается этой Халт, и неважно, Кембридж, Оксфорд, LSE, по сути, если у вас нет предложение от компании, которая хочет вам спонсировать визу в течение буквально 2 месяца, что было, ну, это кратчайшие сроки. Для многих это просто было нереально. Тем не менее, ребята есть, кто у нас заканчивал из Узбекистана в Лондоне и кто оставался, но это не были высокими такими показателями, поэтому, конечно же, мы надеемся, что сейчас эта ситуация изменится. Вообще, что касается Лондона, он один из самых тоже международных таких diverse campuses, да, вот по составу национальностей. Здесь как бы много кто, да, то есть американцам тоже нужны визы, соответственно, много кому не только, скажем так, вот Центральная, Восточная, по Центральной Азии. Компании, на самом деле, вот какие здесь, куда чаще всего, да, идут работать студенты, окончившие лондонский кампус, включают Bloomberg. Mm-hmm. В том числе, я знаю, что Bloomberg спонсирует визы абсолютно гражданам, кому это требуется, не из Европы. Компания Deloitte также спонсирует визы.
нашим, вот прям я знаю русскоговорящие студенты, которые устроились в Deloitte после HAL, да, и, соответственно, делают рабочие визы компании. Компания Accenture, то есть, ну, вы видите, что это консалтинговые компании, скорее всего, либо же financial, что-то такое, да, вот в основном. Вот, поэтому, наверное, это будет, скорее всего, актуально, вот, если это интересно студентам. Okay. Что касается Дубая, это, наверное, самый вот географически самый близкий кампус, да, к вам получается? Да, там далеко. Была в Дубае пару раз, да. Очень жарко сейчас. Мы тоже там были. Что? Вы тоже были? Я был там, да, в кампусе. Ну и как у вас впечатление, Искандар? Хотите, может быть, слово сказать тоже пару? Ну, кампус мне очень понравился, там все удобно, максимально как дизайн, модерн, мне понравился. Вот. Особенно себя удивиться, что у вас там работала, не знаю, филиппинка или с Таиланда, но у нее акцент чисто американский. Вот это самое вот, мне удивило, потому что таиландцы, филиппинцы, у нее уже совсем другой акцент. Чисто американский акцент, я удивился. Супер. Ну, там на самом деле много, естественно, кто, разные национальности. Дубай, на самом деле, наверное, интересен тем, кто, по сути, вот интересен, да, интересуется, вернее, возможно, выходом для также, да, работы в Дубае, Middle East, то есть Турция, Саудовская Аравия и так далее, может быть, Сингапур даже, да, в какой-то степени. На самом деле прекрасный кампус, есть отличные компании, да, с кем ребята работают, в том числе и Luxury, и всякие Chanel, например, Bulgari, да, являются также представителем как employers. Вот последние, по-моему, 5 лет я не раз находила, да, в списках. Также Emirates, Aviation, то есть, конечно же, это, во-первых, специфический город, то есть Дубай в любом случае до сих пор не совсем ассоциируется с академическим, как бы, вообще, да, направлением, в любом случае, хотя многие из нас там были, возможно, на каникулах, да, отдыхали. Тем не менее, опять же, учитывая довольно-таки простые визовые схемы, да, то есть туда легко уехать, скажем так, и опять же повторюсь, что сама программа начинается совершенно одинаково, один и тот же curriculum, можно начать в Дубае и затем сделать ротацию в США, и, возможно, dual degree в США, и затем вы получите право работы в США вот таким способом, то есть здесь как бы, учитывая, если сложно, может быть, получить визу первоначально в Америку, то, возможно, поехать через Дубай. И сейчас сразу скажу, это будет чуть позже в слайдах, но сразу упомяну, вдруг забудем или просто уже сразу разговорим про Дубай. В Дубае мы предлагаем 50% стипендию студентам. То есть здесь самая высокая стипендия для ребят, кто хочет учиться именно в этом городе. 50%. Так что дерзайте. Вот, возможно, да, опять же говорю, что с визой сюда попроще, а программа сама абсолютно то же самое. И затем уже в дальнейшем через студенческую визу можно поехать в Америку и остаться там на 8-9 месяцев и получить OPT. Смотрите, у меня такой вопрос. Да. Вы представляете 50% скидку, да, как бы стипендию? Стипендию, scholarships, да. А если студент хочет перевестись в Америку, там стипендия остается или нет? Стипендию вы получаете на, то есть кампус, с какого вы начинаете, то есть ваш home campus, да, то есть получается, что выбрав Дубай, вот из 11 вы 8 месяцев проведете, 7,5 месяца проведете в Дубае. Соответственно, ваша стипендия будет признаваться, то есть как в Дубае, да, эти 50%, а выбор ротации уже на это не влияет совершенно. Mm-hmm. То есть если, конечно же, вы потом меняете кампус, если, например, как home, вы решили подать в Дубай, затем вы поступили и, возможно, решили сменить на Сан-Франциско, то когда, тогда, конечно же, стипендия снизится, ну, возможно, до там 40%, но 50% есть только в Дубае. Понятно. Окей. Так, и вот сейчас буквально быстро, наверное, Шанхай и Нью-Йорк. То есть здесь, то есть это не основные наши кампусы, то есть это кампусы, куда можно поехать на ротацию. То есть, соответственно, вот через 7,5 месяцев, как вы проведете либо в Сан-Франциско, либо в Бостоне, либо в Лондоне, либо в Дубае, вы можете поехать вот либо в Шанхай, либо в Нью-Йорк. То есть это ротационные центры, можете видеть, да, которые уже тоже у нас давно существуют, но на базе других, там, скажем так, вузов, либо других компаний. Вот поэтому здесь, в принципе, что можно, наверное, отметить. То есть в этом году, конечно же, ввиду коронавируса все ротации отменены. Вот сейчас, соответственно, студенты не могут, но мы надеемся, что в следующем году все нормализуется и выбор, соответственно, останется у студентов. Да? Дай бог.
Да. Вот. Ну, и, наверное, буквально сейчас вот пару слов скажу, конечно же, то, что я уже упоминала, HALT — это абсолютно практическое образование, то есть это ни в коем случае не то есть изучение теории в течение года, сдача там экзаменов, то есть, по сути, студенты работают на каждой лекции, скажем так, да, то есть это абсолютная интерактивность, то есть преподаватели все обладают огромным опытом работы в компаниях, то есть они не академики, как вы знаете, да, в основном, а, собственно, профессионалы из сферы консалтинг, investment business, у многих есть собственные стартапы, успешные компании существуют, которые уже долгие годы, поэтому учиться, конечно же, у таких людей, я считаю, что намного интересно. Мне лично со многими из них посчастливилось тоже общаться, работать в какой-то даже степени. То есть вот мы иногда то есть нас приглашают, скажем так, вузы, да, в разных странах выступить, скажем так, нашего профессора, то есть прочесть такую introductory lecture. В том числе мы были в Westminster University недавно. Правда, не с профессором, а мои коллеги, но иногда прилетает профессор, и вот, собственно, делают такую выездную лекцию. Mm-hmm. Вот, соответственно, если вот будет такая возможность в будущем, обязательно приходите, хочу пригласить. То есть вот вы, на самом деле, сами увидите, что это люди, ну, на самом деле, они знают теорию, конечно же, в любом случае, от и до, но что еще важнее, конечно, они... То есть они на практике всю эту теорию проживали, они видели, что работает, что нет, то есть какие-то рекомендации они дают, соответственно, студентам. Они также очень часто на самом деле помогают с трудоустройством студентов. То есть мы не только, естественно, работаем с центром карьеры, что... То есть центры карьеры представлены в каждом из кампусов. И это тоже ключевое отличие HALT, важно понимать, да? То есть у вас не только там лондонские с вами работают интенсивно, готовят ваши CV, подготавливают вас к интервью с компаниями, да? То есть дают вам какие-то, возможно, варианты контактов, но вы можете связываться с любым центром карьеры, то есть, и не, то есть из другого кампуса по Skype, либо по Zoom сейчас, это более такой момент популярный. И, соответственно, вот таким образом, да, этим заниматься вопросом буквально с первого дня, как вы приезжаете в кампус. Но профессоры также, вот говорю, потому что многие из них в основном работали 20-30 лет, обладают обширнейшими контактами в разных индустриях, в топовых компаниях, они очень часто рекомендуют своих студентов, о чем тоже важно помнить. Поэтому, конечно же, network в HALT, да, со всеми, да, то есть все очень доступны и все обладают информацией, но нужно, конечно же, проявлять активность, да, самому, как и всегда, и ресурсов на самом деле полно, в том числе и от преподавателей, которые, вот говорю, также и рекомендуют очень-очень часто. Вот. Что касается вот центра карьеры, помимо того, что, конечно же, они вот прорабатывают, да, со студентами, они также, естественно, работают и имеют партнерство с компаниями. Мы там увидим немножко впереди на слайде. То есть, по сути, каждую неделю каждый студент встречается, да, на вот на one-on-one такую встречу, на meeting со своим коуч, да, то есть, где мы, собственно, начинаем с самого начала. Все моменты, включая LinkedIn profile, то есть как его улучшить, то есть что можно добавить, включая personal branding, то есть как, собственно, уметь себя продавать, да, потому что, наверное, не все, да, это умеют делать, когда я наблюдаю, приезжают, естественно, вот на программы, то есть не для всех это дается как бы naturally, либо кто-то уже в этом преуспел, поэтому вот именно фокусироваться на своих competitive advantages, их использовать правильно, это тоже, на самом деле, навык, и вот этим они занимаются очень много со студентами. И вот, соответственно, еще момент сейчас скажу, в HALT есть, то есть мы на самом деле считаем, что вот этот год, сколько вы у нас проводите, да, магистратура ли это, MBA, это всего лишь начало, собственно, и нашего с вами общения, и вообще как бы вашей международной карьеры. То есть выпускники в HALT на самом деле приглашаются, то есть и большинство из них возвращаются на как минимум раз в год, чтобы взять еще один какой-то элективный предмет в течение всей жизни. То есть, закончив HALT, по сути, вы никогда с нами не расстаетесь. То есть вы сможете приезжать сколько хотите, да, там вот лет, то есть, ну, до конца жизни, каждый год, да, на какой-то предмет, который вам интересен. То есть вот этот вот, по сути, да, как это называется, lifelong learning, да, то есть вот, по сути, учиться
набираться знаний, то есть в том числе, может быть, каких-то новых направлений, чего не было, когда вы учились, да, на программе, то есть в том числе и вот AI сейчас, и блокчейн уже несколько лет, собственно, да, эта тема, чего не было, соответственно, лет 20, когда, может быть, учились студенты на MBA 20 лет назад. Вот это тоже очень-очень важно. Поэтому HALT — это именно то место, где, собственно, люди продолжают, да, обмениваться навыками, растить свою network, то есть постоянно общаться, то есть искать новые контакты. Поэтому, собственно, вот приход изначально на мастер — это только начало. И окончание программы — это не финал вот нашего с вами общения. То есть мы считаем, что вот приобщившись к HALT Family, по сути, вы в ней всегда остаетесь. То есть вот alumni network очень сильная, и вообще школа сама, в том числе ее как бы менеджмент, топ-менеджмент в это очень верит и этому способствует, да, чтобы студенты, соответственно, вот ощущали себя в нашей семье, однажды к ней приобщившись. Вот. Ну, мы уже говорили немножко про scholarships, и я сейчас еще раз, наверное, упомяну, что для Узбекистана в том числе мы обязательно даем хорошие стипендии, понимаю, и стабильную экономику, и, соответственно, смотрим на каждую ситуацию, да, каждого конкретного студента индивидуально, но вот есть, соответственно, на выбор несколько и стипендий, и финансовая поддержка, чтобы подавать и тем самым снижать стоимость программы, да, кому изначально это ну, нереально не по силам финансово. Особенно учитывая сейчас, да, вот ситуация, которая происходит, поэтому, да, то есть учитывая, что у нас немного совершенно студентов из Узбекистана, то есть даже, как я говорила, намного это ниже 12%, чтобы этот процент растить и чтобы... как бы, да, то есть, ну, увеличивать diversity, в том числе мы знаем узбекских студентов, они обладают у нас совершенно прекрасной харизмой, и на самом деле все очень позитивные, активные люди, то есть они добавляют очень много, на самом деле, вот своим присутствием в кампусах, мы рады помогать таким ребятам, кому это требуется, да, вот с финансовой стороны. Дальше. И вот, собственно, тема нашего вебинара, да, называлась как раз-таки Limitless Learning, Graduate Study Promise. Вот подходим сейчас к моменту, собственно, коронавируса, который уже, да, месяцы продолжается. То есть сейчас, ну, наверное, если коротко говорить, что касается, конечно же, тех студентов, кто уже учился, то есть в середине программы, по сути, их-то коснулось, да, все занятия перешли на формат онлайн, как и многие другие вузы, вы знаете, то есть, конечно же, в том числе и центры карьеры, то есть все занятия, то есть все, в принципе, продолжается так же, то есть это не записанные лекции, то есть это все лайв, это живые лекции с преподавателем, который вот также заходит в Zoom, читает вопросы, абсолютно вся виртуальность осталась, и я, на самом деле, вот сейчас слышу, что некоторые как бы, ну, немножко против онлайн или вот что-то такого, virtual, на самом деле... Я вот была на пару таких лекциях, это очень похоже, то есть это правда не хуже, то есть это также нужно, опять же, общаться, то есть вас спрашивают, вы высказываете свои мнения, то есть вам задают вопросы, то есть абсолютно то же самое, естественно. То есть если ты хотела работать вот в среде, конечно же, лайв, и вот живой такой, да, момент, то вот, ну, опять же, temporarily даже, если говорить, да, вот этот virtual класс, это совершенно не хуже, это также требует заранее подготовки, если этот преподаватель такой требует, да, и участие вот на этом занятии абсолютно ничем не хуже, надо сказать. Вот. Что касается future students, наших будущих аппликантов, среди которых, может, среди вот вас сегодня кто-то тоже есть, в этом плане, безусловно, все мероприятия перешли тоже в онлайн, вебинары, всякие лекции, которые преподаватели также вот читают из серии Lab Skills, тоже идут онлайн. Что касается applications, admissions, на самом деле мы наблюдаем даже небольшой приток, то есть чуть больше, чем в прошлом году подают вот сейчас, да, уже после новостей о короне, так что ребята подают, то есть есть те смелые, собственно, люди, которые не боятся, как я уже говорила, инвестировать в такой сложный период в себя, то есть в период непонятности, да, неизвестности, что делать с бизнесом, возможно, то есть, возможно, не будет карьерного роста в ближайший год, то вот инвестиции именно в себя, в свои навыки, возможно, это даже сейчас идеальный такой период это сделать, соответственно, да. Вот. А здесь я сейчас расскажу вот о
Ну, собственно, мы понимаем, что, конечно же, то есть все хорошо, да, но, безусловно, кто-то, возможно, не может закончить вуз сейчас, если вы учитесь, да, то есть кто-то, возможно, не может сдать TOEFL, неизвестно ли, получите ли вы визу, например, что будет с моим депозитом, если я поступлю и заплачу. То есть вот, конечно же, все эти тревоги и вопросы, они, в принципе, были всегда, но сейчас они, конечно же, намного больше возникают. И, то есть мы, на самом деле, уже... Наверное, полтора месяца назад вот приняли эти меры ввиду случившегося. Как вообще помочь, как облегчить, собственно, студентам вот эту задачу с решением и вообще вот, собственно, с таким вопросом, ехать или не ехать. То есть вот, собственно, такие, наверное, ключевые моменты вы здесь видите. Но вот на ссылке вот здесь halt.edu/landing/halt/grad/study/promise, вы видите, то есть вы можете зайти на сайт и там это все прочитать очень детально. Но вот здесь ключевые моменты. То есть первый момент — Halt Study Promise. То есть учитывая, если, например, вы каким-то образом не получаете свой диплом в июле, да, то есть у вас, возможно, все хорошо шло, но потом классы остановились, и вы не уверены, что вы закончите летом, да, или там получите диплом до августа ввиду короны, мы разрешаем, на самом деле, таким студентам, если вы уже поступили в HALT, либо поступить в HALT на магистратуру, как бы говоря, не совсем закончив свой бакалавриат. То есть, соответственно, как это будет работать? То есть вы обязуетесь до окончания HALT Masters закончить свой bachelor's у себя в стране. Вам на это дается 10 дней дополнительно, например, может быть, слетать, либо сдавать экзамены virtually дополнительно. То есть это extra absence days, то есть к минимальному, который уже и так дается. Соответственно, чтобы вот таким образом вы не теряли этот год, да, то есть если каким-то образом вы не успеваете к августу получить свой диплом, вы все-таки можете приехать, то есть вы, если вы поступаете в HALT на основе своих provisional transcript, да, то есть своих предварительных оценок, вас принимают, вы приезжаете, вы затем, соответственно, вот там ближайшие месяцы оканчиваете, получаете диплом и... тогда все хорошо, получаете диплом Masters, да, если вот это понятно, в принципе, наверное, как это работает. Вот такой, ну, как бы, как дисклеймер, то есть, как, по сути, да, вот, наверное, willingness to help, да, помочь людям в ситуации, которая сложилась. Mm-hmm. Соответственно, касается также и моментов возвратов депозита, то есть все вопросы, вот, связанные с, конечно же, с возможностью потерять депозит, то есть если вы, например, поступили, и все прекрасно сложилось, но затем вы не получили визу, либо же закрыта либо ваша страна, либо страна, где расположен кампус, куда вы хотели ехать, то депозит возвращаем мы в 100% размере в этом случае. Такого не было, конечно же, раньше. И, естественно, все tuition fee также возвращаются. То есть вы не рискуете также потерять свои деньги совершенно никаким образом, включая депозит. Наверняка многие из вас уже слышали, что TOEFL и в том числе IELTS позволяют сейчас сдавать этот тест онлайн, то есть есть варианты home. Не знаю, на самом деле, как вот, Искандар, у вас была уже практика, студенты сдают вот такие тесты у вас, в том числе в Узбекистане, или как это, успешно или нет? Не знаю, у нас такого еще не было, поэтому... Честно, нечего сказать. Ну вот ближайшие, на самом деле, я студенты из России, я знаю точно, вот сдавали, по-моему, буквально на днях. Вот я буду, собственно, сейчас тоже спрашивать, интересоваться, общаться с партнерами, как это все прошло. Но вообще это есть. Вот на середину мая у нас были студенты, кто уже забронировал тесты, так что, надеюсь, это все прошло как бы нормально. Ну, это существует. Вот опять же, в зависимости от страны, я не знаю, в каждое ли это совсем существует, но есть... во всяком случае, такой вариант. И, конечно же, мы тоже flexible, да, то есть давать какие-то internal tests, собственно, то есть каким-то образом быть flexible, я бы сказала. Про Дубай мы уже говорили, 50%, пардон, не 40%, соответственно, 50% в Дубае. Было до 30 апреля, но это было extended до 11 июня также. И, безусловно, free dual degree также у нас extended, да, до 11 июня. То есть free dual degree — это, возможно, вы уже знаете, собственно, возможность получения второй магистратуры, которая длится полгода бесплатно, да, то есть, например, начав с Master of International Business, соответственно, потом получить Master of International Marketing, вторую магистратуру совершенно бесплатно и получить два диплома за полтора года. Закончив первую. Какие требования? Для dual degree? Да.
просто ваше желание. То есть вам нужно поступить на программу Master of International Business, либо MBA. Окей? Okay? Поступив, и, соответственно, если потом вы выбираете этот вариант учебы, да, то есть если вы хотите сделать dual degree, вы просто сообщаете нам, вы подтверждаете свое место на программе не позже 11 июня, и, соответственно, вас добавляют в эту программу, да, то есть вы ее успешно заканчиваете. То есть здесь как бы никаких особых требований здесь нет, да, то есть там в плане оценок, либо GPA и так далее. То есть это ваше желание, да? Понятно. И, соответственно, да. Нужно ускоряться до 11 июня. То есть... В Дубае там... Что, простите, в Дубае? Да, требования для получения именно стипендии 50%. Нет, это финансы, то есть вообще все, то есть scholarships, это, соответственно, merits-based, да, то есть необходимо написать эссе, выбрать определенную тематику, которую вы считаете вам наиболее подходит, и, конечно же, в основном вот эта скидка, там, да, основная ее часть, она зависит от финансовой состоятельности, это needs-based. Да, то есть мы оцениваем именно финансовую ситуацию вот каждого конкретного студента, то есть по моменту, значит, они заполняют финансовую декларацию онлайн, то есть мы, естественно, общаемся, они говорят, то есть рассказывают нам, да, о своей ситуации, то есть на какую сумму они, собственно, могут рассчитывать и какая помощь требуется, и максимально это составляет 50%. Да, то есть это чисто, на самом деле, вот needs-based, то есть зависит от ситуации индивидуальной, финансовой каждого конкретного студента и его семьи. Понятно. Да. Окей. Вот. И последний момент, на самом деле, на сегодня, да, вот из такого, собственно, обновления, да, то есть какие-то news, то есть это, то есть, по сути, как совместно с HALT Study Promise, вот, собственно, Limitless Learning, тоже, собственно, это вот идея такая, инициатива, которую мы решили все-таки создать, учитывая нестабильность, да, и не совсем понятно, то есть получим ли мы все вовремя визы, то есть откроется ли кампус 100%. Я должна отметить, что на самом деле вот наш президент, также мы с ним созванивались недавно, вся компания, и он абсолютно настроен позитивно, что в планах HALT открыть все кампусы, на самом деле, в сентябре, да, то есть если все будет хорошо, и как бы Господь нам поможет с этим, да, справиться, и это, на самом деле, в планах, и открыть все, то есть все будет как нормально, да, то есть как было раньше, без каких-либо особых изменений. Но, опять же, если что-то пойдет не так, и кто-то, например, не сможет получить визу вовремя, да, я предполагаю, таких, возможно, будет энное количество ребят, студентов, возможно, просто виза будет каким-то образом delayed и так далее. Мы создали платформу для того, чтобы эти ребята могли начать онлайн занятия, да, и когда, собственно, они получат визу, когда это произойдет, когда они смогут приехать, возможно, когда открыт кампус, либо же открыта граница, они могут вылететь, они будут продолжать уже программу live у себя в городе, куда они хотели, да, куда они хотели ехать изначально. Вот, это, собственно, limitless learning, то есть, ну, в принципе, опять же, вот, наверное, если обобщив, да, и graduate study promise, и limitless learning, то есть мы думали очень, как бы, скажем так, сильно, как помочь ребятам, да, вот в такую нестабильную ситуацию, чем можно упростить, вот, собственно, все эти вопросы, как можно помочь. И вот, собственно, то, что мы создали, это дает, наверное, какие-то гарантии, дает возможности начать программу, несмотря ни на что. То есть, несмотря ни на визы, несмотря ни на вирус. То есть, не терять год, то есть, продолжать, да, развиваться, планировать свою карьеру, строить ее дальше, не отчаиваться ни в коем случае. А вот, собственно, использовать этот момент как, наверное, такое время для роста, да, для собственных таких... возможно, новых идей для чего-то нового и интересного. Вот. Если сейчас получится, я хочу показать видео, которое здесь. У нас есть еще немножко времени, Искандар, как вы считаете? Есть? Да, да. Так, давайте попробуем. Возможно, сейчас нужно будет выйти. Так. Давайте попробуем. Это новое видео? Это, да, это супер новое видео, как раз-таки вот про limitless learning, то есть вообще что, собственно, делать в это непростое время. И что, и насколько flexible вообще школа решила быть, то есть с теми, кто,
кто, возможно, не может вовремя там, да, начать. Слышно? Видно видео, скажите? Нет, уже не видно. Видно? Нет. А, не видно. Так. Только слышно. Звук слышно. А сейчас? Нет. Слайд что стоит? Что, простите? Слайд только видно, а видео не видно. Так, тогда сейчас просто, наверное, нужно share вот этот скрин. Сейчас, одну секунду. Так. Или можете даже через YouTube поставить. А, наверное, сейчас просто нужно выбрать другой. Share. Так. Один момент. Так. New share. Вот сейчас должны видеть. Наверное, надеюсь. Да. Видно? Все, да, супер. Видно. Вот, собственно, видео. Оно короткое, буквально минутка с небольшим. Звук пропал. Круто. Угу. Да, вот так. Don't put yours on hold. Так, сейчас вернемся к слайдам опять. Так. Мы были вот здесь. Так, ну вот, собственно, да, то есть то, что я как раз-таки говорила, видно сейчас? Да. Сейчас вернемся. То есть, да, по сути, все, то есть все какие-то неизвестности, да, то есть, то есть неуверенности, да, в плане, то есть мы, конечно же, постарались решить. И каким-то образом задачу мы надеемся облегчить, да, для студентов, чтобы их не останавливало, вот, собственно, эта непонятность и неизвестность, а все-таки продолжать работать, учиться и не разрушать свои планы, которые были, возможно, изначально. Вот. Так что это очень важно. И на самом деле еще даже нужно так отметить, что, по сути, HALT всегда был известен тем, что вот как бы простых путей мы не ищем, да, и вот, собственно, вот эти вот всякие disruptive, да, и technologies, которые у нас были, и программы, то есть для нас, если честно говоря, вот здесь, может быть, даже не очень много нового, и в том числе и вот эти Zoom, и Virtual, то есть студенты очень часто, на самом деле, вот опять же, когда общаются даже с центром карьеры в другом кампусе, общаются онлайн, и как бы это все, на самом деле, у нас уже работает и поставлено на, как бы, ну, стоит, на, вернее, на таком уровне, что как бы здесь все окей в этом плане, потому что у нас не один город, где мы, да, расположены, много кампусов, так что для нас это, на самом деле, все, все уже знакомо. Вот. Что касается application process, я думаю, наверное, здесь особо заостряться не будем. Вы, если будут студенты, да, соответственно, помогаете также с этим, но, в принципе, если буквально слово сказать, что регистрация начинается с простых, скажем так, вещей, то есть не требуется полный пакет документов, регистрация онлайн на сайте, потом уже отправка документов, отдельно подаете на стипендию там документы, да, заполняете форму, и, соответственно, начинается процесс уже, да, после онлайн-регистрации. А, собственно, онлайн-регистрацию нужно сделать, если вы хотите получить данную стипендию высокую, до 28 мая.
это, скажем так, наверное, последний такой дедлайн, который позволит студентам, да, в том числе из Узбекистана, успеть получить визу, найти проживание, то есть все это продумать, сдать тесты, если еще это требуется, и, собственно, начать программу. Hopefully on campus, да. Если нет, то, может быть, пара недель live, вот, вернее, онлайн, да, virtually, как я уже вот сейчас показала, и уже потом приехать, собственно, самому в кампус. Вот это все, что я подготовила. Спасибо. Вопросы у нас есть, Искандар, скажите. Вопросов у всех одинаковые. Насчет scholarship спрашивали, как поступить, как получить визу. Это уже как бы мы сами объясним во время консультации у нас в офисе. Ну, всех интересует только один вопрос, это виза. Вот, как получить визу? Есть как получить визу? Да. Да. С нами. Ну, смотрите, то есть как получить визу, на самом деле я знаю, что это такая как бы больная тема, да, но я не знаю, то есть вот, возможно, нам повезло, то есть я знаю, что как бы многим отказывают, да, в Узбекистане, нашим ребятам крайне редко кто поступил, вот это на самом деле абсолютная правда, и крайне редко, вот буквально, наверное, в прошлом году я наблюдала, вот как бы было больше, на самом деле, чем всегда, а буквально, может быть, там, ну, 1-2, то есть обычно я не наблюдаю отказов с нашими ребятами, да, кто уже поступил в HALP. Даже, на самом деле, бывали случаи, когда студенты уже, возможно, ранее пытались они получить визу в Америку, там было 3 отказа, грубо говоря, да, и поступив в HALP с нами, на программу получили визу сразу, то есть F1, студенческая виза, и поехали успешно, и уже давным-давно это было, на самом деле закончили, все хорошо. Так что здесь, конечно же, во-первых, зависит в любом случае от вашей индивидуальной и как бы immigration history, чтобы там все было чисто и понятно, да, не было никаких вопросов. Если вы никогда не, собственно, не находились там без визы, либо на просроченной визе, если у вас все с этим хорошо. Ну, наверное, основные моменты, на что, конечно же, смотрит посольство, это наличие средств в любом случае, да, то есть, чтобы их было достаточно, то есть, там, учитывая, что вы получили стипендию, то есть, какая сумма у вас остается к оплате, чтобы она, соответственно, была у вас на понятном, читаемом, ликвидном счете в банке, да. И, соответственно, плюс дополнительно требуются средства на проживание. То есть эта цифра, она решается правительством Америки. То есть здесь неважно, какой вуз, эта сумма, она везде стандартна. То есть я, в принципе, даже не визовый эксперт, но пару слов могу, наверное, сказать. Так что вот, и, конечно же, иметь offer letter, то есть HALP, да, то есть то, что вы поступили. И, соответственно, когда вы поступаете, то есть вы подтверждаете место депозитом, собственно, принимаете наше предложение учиться, с вами связывается визовый специалист, то есть визовый эксперт из кампуса, куда вы поступили. То есть они, собственно, не я там, да, не, ну, хотя бы, например, вместе с вами, Искандар, скорее всего, то есть ваша также поддержка нам необходима, все-таки вы на месте и эксперт в этом плане также более, чем наши коллеги, но, то есть, они обладают, по сути, полным списком, да, вот этих всех знаний и, как говорится, опыта, чтобы помочь, то есть, они, значит, вот помогают, да, даже вместе, на самом деле, со студентом заполняют все формы, которые требуются, выпускают I-20, да, когда вы прислали там все документы, паспорт, и с этим I-20, опять же, они делают и mock interviews, как проходить в посольстве, то есть мы много что делаем, на самом деле, если самому также все это соблюдать и, как бы, да, все эти, собственно, ресурсы использовать, то да, и I-20 плюс финансовые все справки, вы идете в посольство и подаете уже на визу, проходите интервью, то есть это in person. Так что я считаю, что бояться этого не нужно. Для многих стран, не только Узбекистана, это довольно-таки, как бы, ну, сложный, скажем так, процесс, он трудоемкий по сбору документов, то есть что-то не подходит, что-то нужно там, да, менять, искать. Но я считаю, что я вижу, что не нужно этого бояться. Здесь, по сути, как бы, ну, только один, наверное, маршрут, да, то есть правильно все собрать, чтобы не было вопросов. ВУЗ все знают в посольствах, то есть визы дают ребятам из Узбекистана, в том числе, чтобы учиться в HALP, поэтому, имея все на руках и будучи уверенным на интервью, да, чтобы все это рассказать, то, что там спрашивают лично. Я считаю, что успехи, по сути, успех, вернее, да, гарантирован. Но, опять же, учитывая, что у вас все в порядке с миграционной историей, не было никаких у вас, либо, может быть, у ваших родственников проблем в этом плане. Но у нас есть огромный ресурс, целый отдел, который сам связывается, контактирует ребят, кто поступил и кто принял предложение. Так что мы обязательно поможем. Вот это самое главное, чтобы студенты там не терялись.
Нет. Все, то есть на самом деле все есть, как я уже говорила, что есть отделы и по поиску проживания, и то есть пока вы, в принципе, не приезжаете, да, собственно, в кампус, вы как бы наша, да, responsibility в этом плане, и как бы мои коллеги из команды enrollment также вот с кем вы поступаете, как бы, да, кто вас консультирует, собственно, по документам, какие нужно предоставить, это все есть, и визы в том числе. Поэтому где-то это сложнее, где-то это проще, но этот момент, как я уже говорила, для многих стран он как бы, да, таким является немножко проблематичным, поэтому это для нас это не новость, и у нас есть команда экспертов, которые в этом хорошо разбираются и кто помогает в этом. Так что да, я думаю, это того стоит. Это не просто, в том числе и на самом деле и сама программа это челлендж, и выезд на целый год, да, из своей страны, от родителей, возможно, строить свою жизнь где-то в новом месте совершенно, кого-то не знаешь никого, где-то не знаешь, да, никого. Это все сложно, но это того стоит. То есть это все, как говорится, не бывает, да, что-то хорошего без труда, поэтому... Это обязательно нужно пройти, и в том числе подача визы — это тоже небольшое испытание. Я считаю, что, во-первых, пройти этот тест, пройти это интервью, насколько ты сам способен, и это очень хорошая закалка. Я сама тоже получала визы не раз, и говорю из личного опыта, и как бы это все вполне преодолимо. Да, ну дай бог, получится. Да. Так что я надеюсь, что ребята все-таки, как я уже говорила, да, не будут отчаиваться и будут, соответственно, поступать, принимать решения на этот год, на следующий. То есть, в принципе, как я уже говорила, на этот год мы также готовы. То есть не нужно откладывать планы на год, на два. Вот если вы считаете, что вот как бы, да, ввиду всего случившегося это не получается. То есть, в принципе, мы считаем, что это сделать можно. И мы к этому готовы. Понятно. Мы тоже. Так что мы готовы к вашим студентам. Обязательно, вот, дай бог, будем продвигать максимально. Спасибо. У нас есть некоторые заинтересованные, вот все думают насчет вируса, вот как там будет учеба, поэтому сейчас вы все объяснили, теперь нам более понятно стало, как им продвигать. Тогда будем стараться, дай бог. Спасибо. Спасибо вам, спасибо всем, кто слушал. Спасибо вам большое за вопросы. Время, за вот вебинар. Очень было приятно, очень полезно было. Очень приятно. Спасибо всем огромное. Всем здоровья, да, чтобы все получилось, чтобы все желания исполнились, да, какие, что вы хотите для себя. И, как я уже говорила, мы для вас здесь, то есть, чтобы вам помочь, чтобы быть с вами, и, да, чтобы у вас, собственно, продолжалась карьера, и все было именно так, как вы запланировали. Так что мы здесь, мы для вас. Спасибо. Увидимся тогда. Удачи вам, счастливо. И вам спасибо всем огромное. До свидания. Хорошего вечера. Вам тоже. Пока. Спасибо. Пока. Пока.